Всем привет! Я рассказывал про эту крольчицу свою. В общем, прикол заключается в том, что она родила. То есть 2 дня назад было несколько трупиков. Вот. И через 2 дня она опять нарвала пуха. Кстати, вот что-то у нас тут кровь какая-то. Это непонятно. Надо проверять, наверное, все-таки. Вот. Вот у нас. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 штук. То есть 2 их. Одного затоптала, одного загрызла, которая преждевременно родила. И сейчас вот 7 штук. Я такое вижу впервые. Я слышал о том, что бывает там через какой-то промежуток времени, но не через 2 дня разницу. Вот она. У меня такое первый раз. Не знаю, у вас такие случаи были? Вот. Обычно у меня такого не было. До новых встреч, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если вам это нравится. Вот. Сейчас я ее покажу. Это у нас тут еще этикетку не поменяли, переселили у нас бабочку другую. Вот она, это у нас немножко другая, чтобы не говорить, что одну и ту же показываю. Вот. Надо этикетку поменять. Вот. В общем, вот такие дела. Вот. У кого такое было, напишите. Я первый раз с таким столкнулся.